Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение моей дуэльной игры против Алонса. Если вы не видели первую серию, то прошу вас перейти к ней. Ссылочка появляется в верхнем правом углу, белая такая круглая кнопочка I. Нажимайте её, смотрите сначала первую серию, а потом возвращайтесь смотреть окончание. Всё, спасибо за внимание и приятного вам просмотра. Надо, наверное, миссионеров купить и распространить. Заодно деньги появятся. Генерал. Угу. Стрелял всеми вроде бы. О, появилось счастье. Ой, боюсь я обрабатывать эту клетку. Потому что появится тут сейчас варвар и сразу захватит рабочую. Хотя он поведет-то его сразу. В этот лагерь. Так. Нет, нет, только не коляску мою. А, он типа уже походил полностью, ладно. Да, лечилок нету, к сожалению. Будем отступать в леса. Да вы надоели, ну. Так, надо ставить еще один город.
Видимо, здесь теперь надо мне поставить город. Эх. Блин, варвары. Он мастерские везде построил, видите? Так, что тут цирк? Достроен мастерские. 4 хода. Плюс 6 счастья. А, ну я соединил города. Так, денежка появилась. Блин, убьет мне этот варвар моих, мои юниты, прикиньте. Вот так вот. Ну хоть деньги получу. И то счастье. Он оракул построил. Ну, видите, он просто раньше догадался, что надо в традицию играть. То есть, блин, если бы я знал, что надо в традицию играть, совершенно все по-другому было бы. Ладно, еще не все потеряно. Продолжаем нашу битву. Сюда, наверное, город поставлю. Все мне поубивали нафиг. А мне советуют на берегу или вообще вот здесь? Он еще и стену построил. Ну, армию он, например, не строит. То есть, по идее, я могу отбиться вот от этой, от этих ребят, если чего.
Конь тут появился, блин. Педальный. Один ход. Ну, надеюсь, он добавит таки мех. На производство все у нас тут. Так, конь пошел мне все фигачить. Ну, хоть избавился от лагеря того. Так, производство. Ну, будет еще одна. Ой, кой мне в минус сделал. Понастроил колясок. Блин, еще этот варвар здесь. Ну, ё-моё. Мешает подойти. Приходится против варваров еще драться. О, тут лечилка будет.
гад. Вылечился. Отступай уже. Не светит тут тебе пока. Так, давайте-ка еще одну. Все-таки колясочку, тем более, что один ход она строится. Вот, плюс. По счастью, пошел. Так, встанем где-нибудь тут, чтобы у меня тут лагерь больше не появлялся. А вон еще лагерь, кстати. Отошел. Гад. Убил. Убил. Еще коляску надо. А, тут лечилка будет. Так. Так, значит, тут лечилка, мы отступим. Он у меня одну убил, я у него две убил за этот ход. Нормальный размен. О, я внезапно не понял, как это я так первый по всему. Так, заканчиваем обработку мрамора. Мне надо расти. Так, Роттердам обрабатывать. Тут есть клеточки для обработки. Так. Кстати,
гаденыш. Алонс, ты гаденыш. Фасткликерный. Так, пагода куплена. Проблема в том, что у него-то и денег больше. А, не, минус 28. Хм, интересно. Как так? Так, мне надо как-то расти. Мне нужны... Так, пожалуй, сначала амбар еще тут. Мне нужны еще караваны. Мне нужны еще квидуки. Так, что с армией? Ну, он первый, он там поднастроил. Но я пока больше не хочу армию строить. Мне тут есть что строить и так. Надо пойти там с лагерем разобраться. Ай, блин. Тяжелая игра будет. Это будет тяжелая игра. Убежал. А, уже арбалеты идут. Уже арбалеты. Ну, отступим. Что тут? Что поделать? Давайте-ка тут будем засвечивать территорию генералам. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Так, ну, пойдем по пути набожности, видимо. Кстати, в Амстердаме еще конюшня будет очень неплоха. О, можно, кстати, на производство пускать. Но у меня очень много счастья. Мне надо, чтобы города росли. Вообще, мне надо бы вот тут город, конечно, поставить.
будем защищать пока. Дорога проложена, но нифига не нарисована. Как понять, есть она там, нету ее там. А где тут лагерь постоянно, который мне мешается? Почему вот олени тоже так долго... Пошли арбалеты. Ну окей, отступим. У меня до арбалета 5 ходов. Может, тут есть проход? Но он наклепал арбалетов. Если успею... Блин, короче, надо... Как-то вот так. Будем... колясками отбиваться от арбалетов некоторое время. Прикольно. Может, какой-нибудь коня построить и пойти там бегать португальцу с той стороны. Но он пока не идет, как видите. Может, пока и не строить. Построим тут одну колясочку. Пока. И дальше по пути набожности. Вообще цирк не нужен. Я не понимаю, каким образом я его так вот начал опережать внезапно по всему, особенно по росту.
Ага, вот этот лагерь. Нет, воркшоп нам не надо. Один караван. Чувак уже давно, да, традицию закрыл. Смотрите, у него там честь неплохо идет. У меня через 3 хода арбалет. Я считаю, что я смогу отбиться уже. То есть я тоже понастрою арбалетов. Пагоды пока не будем, возьмем великого пророка, укрепление религии. Идем в реформацию, будем... О! Пошел уже чувак арбалетами. Набожность. Или пагоды все-таки брать? Давайте пагоды. Этим ходом он пока не может напасть. Да боже ж ты мой. Ладно, отойдем. Наше производство. Один ход до арбалетов. Так, а мастерские везде построены, кроме Гронингена, как я понимаю. Значит, тут у нас после амбара... Самое интересное, что у него счастья нету. То есть он... Сейчас планируют меня продавливать армией. В то время как на самом деле ему проще было бы играть в разве... Ну, вот человек так умеет играть. Так что нам... Моя задача сейчас защищаться. Место, конечно, у меня отвратительное для защиты. Но плюс в том, что ему приходится армию вести хрен знает откуда. Так что... Есть возможность отбиться. Мощности у меня больше, чем у него, как ни странно. Науки у него, походу, вообще нету. 8-1-3. Не знаю, как так получилось, но... Но так получилось. Так, что-то у нас тут
залагало. Так, пока он не идет. А мы начинаем фигачить арбалеты. Так, это мы все отменяем. Так, что за лаги-то? Здесь тоже арбалеты. У меня тут все рядом, понимаете? То есть чуть подвести юнит и все. Так, я готов. То есть, конечно, арбалетами это вот продавливается. Но, ага, вот он. Сам пошел на меня. Ну, стреляй, блин. Блин, ну это невозможно с лагами играть. Так, я делаю сейв. Пойду попробую точку перегрузить свою просто, на всякий случай. Потому что, ну, с такими лагами... Так, ну, загрузили сейв. Продолжаем, конечно, там ситуация такая напряженная. Надеюсь, я перегрузил точку. Перезапустили Steam мы вроде вдвоем с соперником. По идее... Да, ну, сейчас будет, конечно, фарш у нас тут. Битва. Вот. Опять решается, кто, собственно, лучше воевать будет, тот и победит в этой игре. Я смотрю, просто Алонс, так как у него минус 31
по деньгам, то есть он забил на науку полностью, он вышел в арбалеты, забил на науку и полностью теперь клепает только арбалеты. Так, увел он. Не успел я ничего сделать. Убил меня. Блин. А, вот еще у нас тут есть. Так, ну, у меня арбалеты, как видите, тоже теперь есть. Как говорится, давай, иди ко мне. Но, судя по демографии, у него арбалетов дофига. Штук 6-7, наверное, как минимум. О, он религию укрепил. Что взял? Ну да, плюс 20% около своих городов. Так, сейчас я буду отступать всеми. Пускай он тут подходит, меня обстреливает. А, тут даже лечилка есть, отлично. Производство. Ай-яй-яй-яй-яй, перекинуть. Так, подготовились к отступлению. Нет. Так, отличненько. Все, он всеми вроде отстрелялся. Так, давайте теперь смотреть. Готов. Отступим пока. Конь. Блин. Это я очень плохо сделал. Отходим. Лечимся. Роттердам голодает. Так.
Так. Мы пока не теряем юниты. Слушайте, а может зря я на еду? Блин, ну у меня как раз счастье немерено, а еды нету. А соперник юниты теряет. Я, правда, хреново походил одним юнитом. О. Появилось... Блин, три хода. Мне не хочется золото убирать. Блин. Это плохо. Так, убил еще одного арбалета. Ну, в принципе, я вход по арбалету-то убиваю, а у самого арбалета строятся. И сейчас появятся еще эти рыцари. Прям будет вообще зашибись. О, еще арбалетик. Так, знаете что, продам я рабочего. Мне деньги нужны в рыцари выйти. Ну, в смысле, наука нужна. Так, слушайте, я запись-то включил. Включил. Видите, тут приходится еще отвлекаться на запись. Ой. А я не стрелял этим? Да? Блин, чё это я? Так. Блин. Блин, да сколько у него арбалетов-то? Охренеть. И главное, все подводит и подводит. Ну ничего, рыцари... У меня в Амстердаме еще к тому же это построено. Как ее? Конюшня? Так что у меня рыцари тут должны вообще... А рыцари против арбалетов... Ой, дай бог, конечно, чтобы они помогли против арбалетов. Что у него там принято? Уже две чести, блин. Ага, у него... Плюс 50% он взял к... Так, знаете что, тоже удалю.
Плюс 50% к экспе у юнитов он взял. Нет, нет. Фуф. Блин, да сколько у него этих арбалетов? Нет, вот это плохо. Ну что, построим рыцаря одного. Посмотрим, как пойдет. Ну он реально меня тут, походу, арбалетами продавливает потихоньку. Блин, откуда у него? Я не могу понять, откуда у него столько этих... Ну он раньше, конечно, начал строить, чем я, но производство-то у меня побольше. Я ему эти арбалеты убиваю. Так, что нам следующее исследовать? Давайте пойдем вот так. Что тут война. Хочется, конечно, чтобы он мне этих вот убивал. Коляски, а не арбалеты. Нет, ну блин. Не, блин, ну лечилка была. Лёша спит. Лёша спит. Тупорылый. Да бля, откуда у него столько арбалетов? Он же не строил даже эту, Артемиду. Блин, рыцари два хода строятся. Блин, как тяжело. А это откуда арбалет? Нет, я постою, проатакую, отойду. Блин. Ну, кстати, по армии-то я догоняю. У меня нету времени. Я, по-моему, уже все рабочими, все, что мог, сделал. Так, ладно, все. Сейчас будет важный ход. Ага, город. Сейчас крепостями будет давить меня. Нет, ну бля, Лёша! О, Гронинген мою религию принял. А, нет, это он не город, это он как раз крепость поставил. Слушайте, ну я его догоняю по армии.
Это не просто хорошо, это офигенно, потому что ему-то армию вести хрен знает откуда, а у меня она вот. Науки у него нету, а у меня есть. Убил все-таки мне мою коляску. Блин, сейчас начнет мне грабить территорию. Что, конечно, хрень полная. Один генерал у меня. Очень тяжело мне тут. Помогите. А, вот, кстати, потратил деньги на грабеж. Ой, потратил ход на грабеж лошадей, а мог потратить на грабеж территории. Но он, понимаете, он некрасиво сделал. Он почти на последней секунде походил, поставил эту вот крепость, специально ждал, чтобы я не мог на это отреагировать, понимаете? Некрасиво ты поступаешь, Алонс. По моему скромному мнению. Тоже буду на 8 секунде вести генерал. Но я сейчас затормозил, конечно, мог сразу сейчас отъедать обратно все. Thank you.
блин. Инженер. Откуда у него эта армия? Как он ее клеп... Ну, блин, он на последней секунде ходил. Нечестно. Кстати, я полдер... Я ж полдера могу строить. О, построю полдер. Ничего. Ну, не последней секунде, конечно, там на восьмой, типа. Так, какое у меня чудо есть важное. Альгамбра, не важно. Все это не важно. Давайте, наверное, производство посадим лучше. Вот сюда. Конные юниты в крепостях не получают бонуса. Я просто поставил, просто чтобы поставить. Про библиотеку и прочее мы тут забываем. А давайте. Почему нет? Какая сила? То есть я человека просто уже опережаю по науке, но я не могу... У меня нету юниты... Один ход. Слушайте, давайте его вот так вместо рыцаря. Уходим. Нет, ну бля, ну Лёша, ну пидор ты конченый. Лёша, ну блин. И в защиту не встал. На что я смотрю? На что я смотрю? Ну, так хорошо защищаюсь и на ровном месте начинаю проигрывать территорию зачем-то. Все, пускаю на производство. Харе. Тут надо отбиваться. Какая у него сила? 21. А у рыцаря? Хрен знает, какая у рыцаря.
О, я первый по армии. Зашибись. Наконец-то. Так, что делать? Так, этот лечится. Этот в защите стоит. Этот... О! У меня тут денег немерено, оказывается. Так... Давайте-ка уже на религию, наверное. У меня уже во всех городах моих религия, да? Так, мне тут нужны рабочие. Потом со своим польдером разберешься. Ну вот. Этого чувака из крепости уже хрен достанешь. Крепость один ход будет чиниться, да? Так, давайте-ка не лечить уже, а. Я вот видите, сейчас один ход передышку делаю, не атакую его. Буду пытаться... консолидировать в кулак юниты свои и атаковать, так как я первый по... Ну, блин, мы тут рядом, но я считаю, что вот, понимаете, вся моя армия, вот она, вот, в одном месте. А он, то, что у него вот это плюс, это он настроил и ведет откуда-то, фиг знает. Ну, я не знаю, вот зачем, я не могу понять, зачем человек пошел в традицию и потом атакует человека, у которого воля. Причем человек, у которого воля, находится хрен знает где. Так, когда у меня там закончится еще через 6 ходов, отправим на производство. Видите, он отходит. Ему страшно. Так, починили. Обстреляли. Построили дорогу. Нормально, меня устраивает, что он так меня атакует. Отлично. Так. Я уже конкретно впереди. По армии. И продолжаю ее строить. Мне, наверное, даже достаточно арбалетов. О, у меня внезапно
Железо закончилось. Так, в целом. А где у меня вообще железо-то? Чё я... А, вот тут два железа. Но если сейчас варвары придут, мне его разграбят, это будет грустно. Тем не менее, зато в крепости вот этот юнит офигительно стоит. О, тут лечилка будет. Блин, везде успел полечиться. Ах ты гад. Так, ну тут, кажется, он уже всеми обстрелял. Отличненько. Начинаем продавливать. Так, берем, естественно, мечети. И около вражеских городов миссии. Ну, давайте реликварий. Так, пагоды у меня, по-моему, уже... А, нет, не везде. Значит, пока еще пагоды. Стоим. Убил меня арбалета. Поменял. Дорогу проложили. Убил. Тут крепость ставить будем. Так, в общем, теперь я в атаку пошел. Ох. Следующим ходом меняем их тут. Лечим. Да блин, ну на харе мне звонить, отвлекать. Так. Сюда встанем, да? А тут так пойдем. Ну, ребят. Выглядит, как будто мы тут побеждаем. Thank you.
Отличненько. Класс. Да, ребята, я прям в охренею, конечно, от этой игры. Ну, я считаю, что Алонс себе поражение привез сам. Да, ну, я не знаю, взял ли он зря традицию, но, по-моему, зря он на меня пошел. Я не понимаю, вот как... То есть, что ему мешало там сидеть, развиваться спокойно? Как мне на него было нападать? Я вообще не понимаю. Ты же видели, я смотрел всю демографию, думаю, что я проигрываю. Блин. Да. Ну, спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лёшу Халецкого. Канал Лёша Играет. Не забудьте подписаться, если вам видео понравилось, и поделиться им со своими друзьями, поставить лайк. Ну и, конечно, пользуйтесь 2GIS и играйте только в умные игры. Смотрите умные игры. По-моему, вот эта битва была неплохой. Хотя я тут иногда неумно действовал. Но здесь, видите, я уже продавливаю реально. И демография... Кстати, а давайте загрузим сейв за моего соперника. Посмотрим, что там у него. Я загрузился за соперника. Ага, ну он, видите... Ну, Виктория, да. Как я и говорил, у него Виктория. Ну вот у него столица была. Тоже очень неплохая. Каимбра... Ну, Каимбра почему-то вот одним жителем. Ну вот, кстати, 6-8. То есть я смог свою столицу отожрать намного круче, чем он свою через традицию. Блин, сложная, конечно, ситуация. Мне кажется, ему тоже надо было в волю идти. Хотя, с другой стороны, выглядит так, как будто... Знаете, почему он, наверное, поставил столицу? Он думал, что, наверное, я где-то вот тут буду, с этой стороны. То есть он защищен горами. Слушайте, опять у меня крутая игра через волю против традиции, в которой я смог развитием, в основном именно развитием, обыграть соперника. Интересно. Ну и потом война, да, то есть он там уже... Ну ладно, на этом точно теперь все. Всем пока. А, да, я еще скажу, что он... почему он на меня пошел? Он, ну, мы общаемся в чате, он пишет, что... У него было на тот момент больше производства, он вышел первым в арбалеты, и у него был резон, собственно. Ну, то есть он открыл, что у меня тут столица. У него был резон меня тут продавить и, собственно, захватить меня и победить. То есть за счет того. Но, видите, у нас очень небольшое отставание у меня было по науке. И вот именно за счет того, что он долго вел свои юниты, собирал их тут, я успел выйти тоже в арбалеты, понастроить их и, собственно, потерпел с воплями, матом и прочим, но отбился, слава богу.